Тротуары, бордюры, разворотные площадки для автобусов. Масштабные задачи, помимо капитальной реновации автомобильных артерий, в этом году стоят перед дорожниками. Властям Сургута удалось выделить средства из сэкономленного бюджета на дополнительные объекты. Например, три участка преобразились в части компании ямочного ремонта. Объемы расширились почти на 10 тысяч квадратных метров относительно прошлого сезона. Это улица Электротехническая, Сосновая, проспект Пролетарий. Там обновили полотно методом сплошного асфальтирования. Вместе с этим в сургутской мэрии хотели бы отремонтировать еще улицу Киртбая. Это магистраль в разработке. Ее намерены восстановить одну из первых. Подробно ход строительства дорог обсуждали на уходящей неделе на заседании штаба по городскому хозяйству при главе Сургута. Карина Алексанян знает, где планируется до зимы обновятся дороги и почему под занавес лета администрации приходится искать новых подрядчиков, чтобы завершить восстановление внутриквартальных проездов. Не просто восстановить проезжую часть, а построить ее с нуля. Проезд Мунарева не исчезает из списка приоритетов у властей Сургута. Дорогой пользуются и пешеходы, и водители. Путь через многоэтажки сквозной от проспекта Комсомольского до улицы Меликарамова. Ход строительства новых дорог обсудили на заседании штаба по городскому хозяйству при главе Сургута. Что касается Мунарева, власти до конца года планируют разыграть контракт сроком на 2 года. Также до конца года планируем разыграть с финансированием 2023-2025 год это проезд Мунарева. Долгожданный по нему, значит, контракт, значит, в этом году будет заключен. Сейчас уже подготовлен документ в ОМЗ. До конца года будет заключен контракт, и в 2025 году у нас вот он. Асфальтирование проезда сургутяне ждут давно, и в беседе с журналистами о медиа местные жители были единогласны. Дорога очень нужна. Еще лет 40 назад, наверное. Конечно, требуется. Но посмотрите, на что похож. Мы сейчас ехали. Ремонтировать надо. Здесь и анализы люди сдают, здесь и проезд есть. Да давно надо его отремонтировать. Но здесь уже живут люди, и вообще проезжая часть, конечно, нужна. Еще 2 года ждать надо. Вообще-то в этом году собирались делать, но почему-то до сих пор ничего нет. Здесь очень много транспорта проходит. Обязательно нужен ремонт. Я пешеход, ну как бы это не сложно заметить, что требуется. Пешеходам-то как раз это меньше неудобств доставляет, но как бы, ну, так скажем, чужое горе тоже мешает, особенно когда им приходится объезжать, в том числе заезжая на тротуары. Еще одна дорога, на состояние которой часто жалуются водители – улица Киртбая. С осени прошлого года проект реновации находится на государственной экспертизе. После получения заключения в мэрии сформируют поэтапный план реконструкции. Киртбая сегодня все-таки мы боремся за то, чтобы капитально отремонтировать. И УКС уже вот занимается у нас проектом. Мы все с госэкспертизы с Ханты-Мансийска не можем забрать его сколько. 8 месяцев уже мы там тренируемся. При этом это не значит, что улица должна оставаться без присмотра. И на этот год, вот сейчас Кирилл Сергеевич занимается анализом финансов, я думаю, что у нас там еще месяца полтора есть. Мы есть основания то, что у нас получится зайти на ремонт. Известно, что участок от Белецкого до Усольцева начнут возводить в следующем году. Работы предусмотрены до 2025-го. Сейчас заканчивается проектирование. По контракту жизненного цикла завершается возведение магистрали от Есенина до Тюменского тракта. Окончание намечено на эту осень. Через год строительная компания «ЮВИС» должна сдать улицу в развивающемся районе научно-технологического центра. Сейчас строят инженерные сети, работы идут по графику. Кроме того, обустраивают и 2 проезда – от улицы Островского к травматологической поликлинике и в районе ЖК «Марьина гора». В этом году также могут приступить к работам на улице Тюменской. Как только на эти цели появятся деньги в бюджете, сформируют пакет документов для определения подрядчика. Вопрос вынесен на сентябрьскую сессию городского парламента. В конце первого осеннего месяца ожидают получить решение депутатов.
Есть сложности с реконструкцией внутриквартальных проездов. Один из двух контрактов на 8 таких дорог курирует «Автодорстрой». С этим подрядчиком проблем нет. Второй исполнитель – «Вектор». По словам руководителя дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Валерия Хаджаева, с задачами не справился. Два проезда, которые он уже сдал исполнительную документацию, мы их проверили, и нас не устраивает качество выполненных работ. Повторюсь, я уверен, что эти замечания, которые выставлены нами, это не устраивает не только нас, это будет не устраивать и горожан города. Ну и третий участок, под которым у нас принципиальная разница, ну и сейчас представитель компании подтвердил, что он согласился уже с этим, это бортовые камни. Мы не согласны, когда бортовой камень укладывается на проезжей части, при этом он уже изначально имеет определенные сколы, либо начинает разрушаться. В работе у фирмы было 6 участков на улицах Энергетиков, Дружбы, Республики, Грибоедова, Геодезистов в Пролетарском проспекте. На ряде объектов выявили замечания по качеству работ, а по части подрядчик по тем или иным причинам не готов продолжать строительство. В адрес компании направлены документы о расторжении договора. Сейчас власти ищут варианты оперативного размещения новых торгов, чтобы успеть доделать внутриквартальные дороги до зимы. В то же время, как отметил глава города Андрей Филатов, беседуя с представителем подрядчика, не сумевшего сдать работы в срок и качественно, у других предприятий подобных проблем не возникло. На будущее вас прошу повнимательнее относиться, изучить наши требования. Вот коллеги работают на дорожных объектах, ну, по крайней мере, когда правильные вопросы, там есть правильные ответы. Вы нас подвели сильно в этой части. Я прошу на будущее присматриваться к объему города Сургут, это ваше право, внимательно, чтобы не подводить город. Получается, мы просто сейчас не сделали дело. Коснулись и темы реновации существующих дорог. Из 3 объектов капитального ремонта одним из наиболее непростых является Привокзальная улица. Работы там продолжаются 2-й год, как и предусмотрено контрактом. Готовность превышает 82%. На объекте задействованы 15 единиц техники и 30 сотрудников. Специалисты, уже планировалось, приступили к укладке асфальта на участке, примыкающем к площади ЖД вокзала. В принципе, в октябре полностью объект будет готов с установкой всех опор освещения. Мы их уже начали устанавливать. 40 опор уже на данный момент установлено из 75 на данном участке. Ведем подготовку газонов для озеленения. Тротуарная плитка на данном участке на 95% была уложена в 2022 году. Для препятствия пешеходов нет никаких сейчас преград. Новый тротуар появится вдоль проспекта Пролетарского от Геологической до Университетской улиц. Смонтируют пешеходную зону в районе Центра охраны материнства и детства в рамках дополнительных объемов в Сургуте. Мы ожидаем, что к середине этого месяца мы уже будет известен подрядчик. Как только будет известен подрядчик, будем вести переговоры, чтобы он приступил к работе и выполнил работы. А окончание мы ожидаем о том, что это будет до конца сентября. Кроме всего прочего, там появится 2 остановочных павильона новых, стеклянные, которые на сегодняшний день располагаются в городе. Его ширина предполагается более 2 метра. На заседании городского штаба прозвучала информация еще об одном тротуаре, который отремонтируют в районе Мемориала Славы, в границах от улицы Гагарина до Энергетиков. Протяженность обновленной пешеходной зоны составит 1 240 м. Построить 2 разворотные площадки для автобусов – это еще одна из задач, что стоит перед дорожниками. Территории для маршрутного транспорта появятся до конца сентября на улице Контейнерной и у ЖК «Марина Гора». Преобразятся участки на проспектах Набережной, Мира и Пролетарский. Там вдоль дорог подрядчики смонтируют новые бордюрные камни общей протяженностью свыше 7 км. Карина Алексанян, Даниил Панков. Специально для программы «Новости главное».